Первым коллективом, начавшим в Ульяновске концертный гастрольный год, стала популярная группа «Божья коровка». Да, его кушать надо, как сказать, надо двигаться больше. Вот, а то, когда много кушаешь, выпиваешь, там, растет живот, давление поднимает. Зачем нам это? Нам надо вести здоровый образ жизни. Тем более, мы очень любим Ульяновск, поэтому с удовольствием приезжаем. У нас первый концерт группы «Божья коровка», когда, я помню, в 94 году состоялся именно здесь, в Ульяновске. И здесь было нашествие божьих коровок. Я помню, просто вот идешь по улице, они прям вообще вот трещат под ногами. Вот. Поэтому для нас ваш город – это не просто город, это знаковый город. Для основателя и солиста группы Владимира Валенко наступивший год юбилейный. Ему 55 лет. Я когда был молодой совсем, мне было там лет 15, я думал, что человек, которому 50, это уже все, это уже дряхлый совершенно старик, уже ни на что не способный. Вот, а сейчас я понимаю, что жизнь только начинается. Хотя этого уже никто не помнит, но ходят слухи, что попсовая «Божья коровка» начинала как панковая. Панка это не было, это был такой, знаете, как сказать, немножко что ли сатирический такой социальный стёб легкий такой. Он и сейчас, кстати, присутствует в нашем концерте. Какие-то желания загаданные новогоднюю ночь уже начали сбываться? Ну, конечно. У меня исполнилось главное желание еще, когда я в 5 классе сказал, что я хочу быть известным эстрадным музыкантом. Вот оно у меня исполнилось. Это я имею в виду загаданные в эту новогоднюю ночь. А в эту новогоднюю ночь? Так, а что я загадал-то, я забыл. Говорить нельзя, то не сбудется, да? Сейчас я просто вспомню. Скажите, сбылось что-нибудь или не сбылось уже? Пока сбывается, еще не до конца. Я надеюсь, что, как сказать, оформится скоро до конца, тогда я вам расскажу.